видно уже. Где они? Вот сидит, вот шевелится. Вот. Вот. Ага, вижу. Еле вижу, заметно. Значит, там кто-то есть, пойдем посмотрим. И он уже щелкает, слышно. Да, слышно. Угрожает. Угу. А может быть, для него это психическая атака для себя. А вот совятник. Да. Она уже отсюда щелкает, ее прям слышно. И орнитологи готовятся достать из совятника птенцов, чтобы ее окольцевать их. Мне кажется, она агрессивнее, чем предыдущая. Сейчас я ее покажу. Когда две и карусель уходит. Одна пикирует, идет на взлет, вторая подлетает и бьет. Ого. И вот так вот они этот каруселью. Самый первый советник, который мы проверяли в 2013 году, было именно так. И что вы делали с этим? Ну что, от май нас было много, отмахивали, брали ветки, махали. Ага. Так, ну второго родителя не видно. Не может не радовать. Я думаю, как карусель. Вот сидит сова и щелкает клювом. А здесь идет подготовка к кольцеванию. Если были он вышли на совятник. О, ну как там кольцо уже примерил? Надо было на безымянный. Как ковикивает. Да, у ворон научилась. Предупреждает, типа, я здесь. Думайте, что вы тут делаете. Ты дочка? Скажи мне на камеру, что ты дочка. Черненькая. Дождь пойдет. Сейчас мы узнаем, что такое крепкая полнота. Идет, сила. Идет. Нет, а, перелетает. Летает. Мне в камеру было видно, что слетело с места со своего. Че, вот летело так, что я не вижу тебя. Зеленый, не свет. Да вот в том-то и дело. О, так кто-то сверху. О, гоняет меня. Ой, господи. Кто это? Сова идет, 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 сова. Thank you.
знаю, я не вижу. Может, это еще, еще чье-то гнездо потревожили уже совы? Там, наверное, что же еще одно гнездо. Нет, она отгоняет сову. Да, она отгоняет сову. Вот давай, помогай. Отвлекает сову. Потому что у нас там еще вон. Вот это не дрозд, точно. А где еще один? Вон. А, вон. Я за ним буду смотреть, ладно. Вот еще одна. Сова или совел? Я что-то отсюда не вижу, но мне кажется, что довольно маленькая птичка. Да. Но это не птенец случайно? Может и птенец. Где? А вон там. Да, похоже на птенца. Вот похоже на птенца. А, и да, по оперению да, тоже. Нет. Ты это дерево лезешь. Это дерево лезешь. Он опять на дереве сидит? Да. Причем довольно высоко. Очень высоко. А мама где? Да вон, за листвой спряталась. Сидит, смотрит. А, вижу, вижу. Нет, самолет защищает свою жизнь. Вы их в прошлый раз раззадорили, вот они все рано-рано залетают теперь. Вот там сова в листве прячется. Сейчас я первого посмотрел. Нет, первый вон на них. А это советник. А вот второй вон повыше, нет? Это на я пытаюсь понять, по-моему, это птица. Это птенец. А, птенца. Они рядом сидят. Там два птенца? Да. На разных деревьях. А, вижу второго, да. Сейчас чувствую, что здесь пришло. Сейчас там уже никого нет. Надо пейнтбольные, наверное. На березе дальше в листе видна сова наблюдающая. Зачем? А, ты специально показываешь, чтобы она видела? Нет. Или можешь спиной закрыть? Да нет, нет. Почему он будет атаковать? Ну, этот поменьше. Поменьше? Чем? Ну, я так не вижу на солнце. Это? Мышка? Ноги большие. Большие? А? Да? Так, 784? Да, естественно. Смотри, какой маленький. Маленький должен быть добренький. Да не факт. Нет. В палец вцепился. А, вот они такие добрые. Сигналит.
Тише, тихо. А где-то там сидит мама и смотрит. Все, Леш, у нас все. Сейчас подожди. Ну и что ты вцепился? Что вцепился? Ну что это такое? Ну что это? Как это называется? Подожди, это смотрим. Вредный. Это, видимо, тоже нелюбимый интерес. А вот сова. Еще есть? Это в 12 году, но вот эти карусели первый удар получил я. Если поставили, и тут же на нас выпрыгивает телец. Мы его так окружаем, давай сейчас рядом. Сова. Видно, в развилке деревьев. А там сидят еще два мелких уже на ветках повыше. Вот один, второго не вижу. Это здесь. Найдем. Ну ладно, вот так и производится кольцевание. Так, а я вижу двух сов. Где? Вот берез, на той березе и на этой. Вот, вот на той березе, вот, вот, вот. Вот там берез. Вот, вот, вот так и вот еще правее чуть дальше. А, ну да, 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 видно. А вон там два птенечка сидит. Где? Вот там. Вон там первый? Ну да, да, я показывал. Да. Там еще птенцы. Да, вся семья рядом. Полетели. Какие-то они спокойные, доверчивые. Крик зацепился.
Кстати, лазное дело не такое простое по деревьям. Ну все, с этим сырятником покончено. Теперь надо пойти к тем сырятам, которые сидят на ветках. Но это уже следующая серия. А старшие совы за нами наблюдают. Одна немножко переместилась.